Мне нужно по работе съездить ненадолго. Давай потом, хорошо? В которой можно видеть, чем занимается человек. Посмотрим, куда ты там поедешь. Все, я побежал. Не скучай. Пока-пока. 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 Ну, допустим. Да сколько можно ехать? В смысле лежишь? Уже, наверное, лучше? Здрасте. А, ну я это, пойду? Какая она горячая. Ну давай пошалим. Ты что творишь, у тебя девушка есть? Вот они парься, она даже не узнает. Ори, я тебе изменил. Я вот искренне не понимаю. Если ты изменяешь, ты ведь изменяешь в первую же очередь своему собственному выбору. Даже это не поможет. Привет, дорогая. Дурак, что ли? Пойдем отсюда. Месячный первый день. Блин. Функция пылесос активирована. People always eat junk, especially when they're fucking drunk. People always eat junk, especially when they're fucking drunk. People always eat junk, especially when they're fucking drunk. People always eat junk, especially when they're fucking. Что там сегодня есть? Танцуй по пузову. Не то. Губ их страны. Не то. То. И сегодня мы научимся с вами расслабляться. О, класс! То, что надо. А теперь сядьте поудобнее. И дотроньтесь правой пяткой левой ноги до затылка, не помогая руками. Ну, блин, говоришь. Грешим. Выдох, меняем позу и садимся в позу ворона. Ну нахер. И еще пару поз. Помогите! Теперь дыхание. Да не нахер! Хочу выйти! Привет! О, привет, Ори! Здорово! Привет! Я в комнату, заходи! Хорошо! I got home.
А чё, губы есть, а ресницы-то забыла? Fatality. Натуральность не в моде. Fatality. Так надуло, что сейчас лопнут. Finisher. Я бы задолбалась себе так нос уменьшать. Excellent. А это не поможет. Окей, а чё там дальше? Ну природа не дала мне, что я могу сделать? Интересно, это Силик или... Вообще-то, свои. Final round. Скажи спасибо маме. А ты, походу, маме. Well done. Ё-моё, шестые занимают. Триста подписчиков в Инстаграме! 300 тысяч! Ты считаешь это достижение? У нашей дочери аж 300 тысяч! Зачем все это нужно? Мам, они смотрят, они лайкают, комментируют, они классные в конце концов! Ой, кто тебя в жены возьмет такую? Он посмотрит на твой аккаунт и подумает, бездельница! Ты немедленно берешься за голову и устраиваешься на работу. Все, праздновать и устраиваться. В смысле не повод? Конечно, количество подписчиков в Инстаграме – это не самое главное в жизни. Но если они уже есть, почему бы их не ценить за то, что они выбрали тебя? Ну. О, привет! Привет! Меня зовут Ариша, это мое село. Идем дом покажу. Идем, идем. Закрыто, что ли? А, это не мой дом. Вон мой дом. В фокусе точно? Да. Это мой дом. Ноги вытри только. Плю я вот там. Дырки есть, но то не страшно. Чай будешь тесть с чем? Малинка есть? Сейчас, погоди, наполни чашку теплую. Аришка. Жора, ты чего? Я чашку наполняю. Все, чай будет тепленькая еще. Что-то тапки мокрые. У меня тут есть нормально. Ну что, жизнь в селе, она прекрасна. Разные тут... О, смотри! Жора, побежали, Жора! Стой! Стой! Уже десятых так просрала. Ну ничего, пошли, Жора, я тебе чай налью. Привет! Я хочу ворваться разнообразием в твои серые будни. Посмотрим фильм? Нет. Тебе родители приезжают? Нет. Что, обожрешься без меня? Игра престолов? Нет. Как я встретил вашу мать? А если подумать? У кого-то сегодня будет Биг Бада Бум. Ори. Ну давай, удачки. Я тоже хочу Биг Бада Бум. Да, милая? А может, сегодня фильм посмотрим? Нет, давай без меня, я на работе задерживаюсь. Ну ладно, сегодня я тебе поверю. В следующей жизни. Ах вы! Дороги! Кончено! Сейчас я вам... Вместе они! Ори! Пардон? А как ты научишь меня потом? Ори, блин! Все, я ухожу.